Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня поговорим про методы молекулярной биологии, как их преподавать в школе. От законов Менделя и самых простых задач по генетике, которые хорошо известны любому учителю, до самых разнообразных задач, которые связаны с методами молекулярно-биологическими. И в том числе вот поговорим немножко даже и про геномное редактирование, которое, как известно, значит, за которые, как известно, в прошлом году была присуждена Нобелевская премия по химии. Меня зовут Сергей Седых, я кандидат биологических наук, молекулярный биолог, биохимик, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, преподаватель Новосибирского университета, специализированного научного центра НГУ, Руководитель профиля геномное редактирование национальной технологической олимпиады, методист конкурса «Большие вызовы» и, в общем, много разных других еще имею валентности про некоторые из которых сегодня расскажу. И начать я хотел, собственно говоря, с того, что мы уже много лет с коллегами занимаемся различными вариантами того, как можно выявлять таланты в области науки жизни, и это, безусловно, биология, химия биотехнологии, самые разные другие направления. Здесь, в общем, Институт химической биологии и Новосибирский университет являются, так скажем, научными организациями лидерами, которые сегодня ну, одними из лучших являются в России по развитию талантов и среди школьников, и среди студентов. Мы очень плотно взаимодействуем с Альтаиром с региональным центром, созданным в Новосибирской области по модели Сириуса, с инфраструктурным центром HealthNet NTI, который, в общем, является основным стейкхолдером, вот, значит, в интересах которого, в интересах компании рынка HealthNet, который создаются кадры в области наука жизни. И здесь мы поговорим с вами и про подготовку талантов, когда мы непосредственно работаем со школьниками, проводим различные мероприятия, и про подготовку наставников – когда мы говорим о том, что надо и учителей тоже дополнительно учить, чтобы они вникали в те значит, задачи, которые сегодня стоят перед, значит, согласно стратегии научно-технического развития, перед высшим образованием, перед средним образованием, перед дополнительным образованием и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь я много буду говорить про задачи, которые мы составляем в рамках Национальной технологической Олимпиады. Она до прошлого года, до прошлого сезона называлась Олимпиада НТИ. Я думаю, многие про нее слышали. Это конкурс большие вызовы, в которых, ну, в общем, в каком-то смысле школьники могут попробовать свои навыки и поучаствовать, получить, значит, различные достижения. И самые разные программы подготовки наставников, которые в том числе связаны с тем, чтобы мы объясняли о том, а что же такое молекулярной биологии и зачем вообще нужно этим заниматься, в том числе почему учитель должен, значит, школьный учитель должен значит узнавать о том, что это такое. В двух словах хочу рассказать про национальную технологическую инициативу. Национальная технологическая инициатива ⁇ это значит, программа Мер по формированию принципиально новых рынков, создание условий для глобального технологического лидерства в России в 2035 году. Зачем нам эти кадры готовить? Мы сейчас не только про рынки НТИ, конечно, будем говорить, но и в том числе значит, про многое другое. А зачем нам их готовить? А кому это нужно? Да? А на самом деле технология управления свойствами биологических объектов является сквозной технологией Национальной технологической инициативы, рынка HealthNet. Мы с вами два года уже живем. В атмосфере коронавирусной инфекции понимаем, что если бы не наши замечательные биотехнологи, если бы не наши молекулярные биологи, если бы не врачи доблестные, не эпидемиологи, в общем, тяжело бы нам с вами жилось. никаких бы ни вакцины мы бы не видели, ни тест-систем, ничего такого. А на самом деле сегодня школьник способен решать такие же задачи, конечно, в теории, но и в практике тоже, какие сегодня решает любой сотрудник молекулярно-биологические лаборатории, самые крутые, не только как в Сириусе, но и в общем в простой школьной лаборатории можно такие задачи решать. И для решения большинства таких задач не требуется вообще говоря ничего, кроме компьютера, а для многих задач вообще только калькулятора. И мы здесь с вами, конечно же, видим вот такой простор, на котором вот был создан профиль, про который сейчас расскажу, Олимпиады национальной технологической инициативы с этого года, национальной технологической олимпиады. Я буду сейчас рассказывать про те задачи, которые наши школьники решают в рамках вот этого профиля и про тот учебник, про который, собственно, вы ос... одним из многочисленных соавторов, которым я являюсь. Итак, профиль геномное редактирование. Геномное редактирование Нобелевской премии по химии. Эммануэль Шарпентье, Дженнифер Даудна, 2020 год год назад, мы были очень рады, что эта практика будущего геномное редактирование получила Нобелевскую премию. Значит, мы с вами являемся свидетелем того, как инженерная биология, как синтетическая биология фактически получила новое рождение и э, как э, ну вот стало понятно, вообще. Что за этим вообще новое будущее, не только селекция, не только значит, классическая генетика, но и вот такие методы управления свойствами биологических объектов, которые позволяют решать самые разные задачи, которые сегодня стоят перед различными биологами разного уровня. Итак, что же, вот зачем это все нужно? Да? Мы ни в коем случае не хотим сказать, что те школьники, которые научились решать задачи, про которые мы сегодня будем говорить, что вот они, их можно взять прямо на работу, в биотехнологическую компанию, в научную организацию или еще куда-то. Нет, они понимают, что их знания школьные недостаточны для того, чтобы пойти и работать на настоящее биотехнологическое производство или в какую-то такую отрасль, или в там, фармакологию. Они понимают, что им дальше нужно учиться. Они мотивированы учиться на биологических факультетах, они мотивированы учиться на химических факультетах, они мотивированы учиться на лечебных факультетах для того, чтобы в дальнейшем становиться значит, квалифицированными сотрудниками и дальше работать. То есть мы ни в коем случае, вот не должно быть такого у школьника складываться ощущение, что вот он теперь вот специалист, ему можно доверить в руки редактировать геном. Нет, конечно. Но эти задачи, про которые мы сегодня будем говорить, и те теоретические знания, которые нужны для того, чтобы такие задачи решать, они далеко заходят за пределы того, что мы, там, мы приняли, принято называть генетикой, законы Менделя, скрещивание, мухи, горох и все прочее. Конечно, это намного ближе к реальной действительности, намного ближе к практике, к тому, вот действительно такие задачи каждый день решает молекулярный биолог, генный инженер в своей лабораторной практике. И это не только мое мнение, это подтверждают те э, коллеги, которые приходят нам к нам в качестве экспертов. Это сотрудники биотехнологических компаний, это научные сотрудники, и мы все согласны с тем, что вот этими знаниями школьник должен владеть для того, чтобы ощутить себя, попробовать приблизиться к практической реализации вот этих знаний. И еще очень важный момент. Это не только профориентация, это еще и награда за те теоретические знания, которые он получил. И для того, чтобы решить задачу про какую-нибудь полимеразную цепную реакцию, вообще говоря, нужно знать и про репликацию ДНК и проферменты и уметь вообще химическую там химической арифметику такой владеть то есть действительно это достаточно комплексное развитие математики гимнастикума молекулярная биология гимнастикума органическая химия гимнастикума любая значит отрасль нашей деятельности которая осознанно, которая осмысленная, которая ведется в интересах школьника, это, безусловно, гимнастика ума. Я сейчас не говорю про гуманитарные науки, мы про них сегодня совершенно точно говорить не будем, но про то, что научиться использовать полученные знания необходимо и достаточно для того, чтобы мотивированно поступить на правильный факультет, в правильный вуз, это совершенно точно. Мы подготовили большое количество различных ресурсов, которые учителям позволяют подготовиться и значит, со школьниками решать подобные задачи и изучать генетическую инженерию, изучать молекулярную генетику и самые разные другие дисциплины на очень современном, на очень хорошем уровне. Когда мы профиль нашей Олимпиады организовывали, это был 2018 год, первая Олимпиада состоялась в 2018-2019 году, у нас участвовали только 10-11 класс. И мы очень боялись, что они не смогут решить задачи, что они, значит, не справятся. И так далее, и так далее. На сегодняшний день у нас задачи для студентов студенческого трека Олимпиады такие же сложные, как и для участников 10-11 класса. У нас 8-9 классы каждый год решают задачи, которые в прошлом году решали 10-11 класс. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вообще говоря, ну не то, что там школьника не надо жалеть говорит о том, что интерес у школьников и способность к самоорганизации, способность к саморазвитию, способность к самообучению, она колоссальна. У нас больше трех тысяч школьников участвуют в отборочных этапах, сотни школьников решают активно задачи в, в отборочном туре. И мы, конечно, понимаем, что это, это капли в море, это очень мало. И, конечно, нужно развивать всеми способами, в том числе и через учительское сообщество заходить, развивать вот эти значит, знания в школе. И мы для этого, у нас есть группа ВКонтакте, посвященная профилю Олимпиады. Там собраны задачи, я ссылку сейчас на них дам, чтобы можно было их взять, скачать за прошлые годы сборники и просто прорешивать, использовать их в своих образовательных программах. У нас есть большая образовательная программа. Который, значит, каждый желающий может о, значит, зарегистрироваться на сайте Кружкового движения как наставник школьников и такие значит, знания получить. Это ссылка значит, на профиль э, геномного редактирования э, Национальной технологической олимпиады в интернете. Это большой образовательный курс, который мы назвали в прошлом году Генная инженерия в школе. Мы провели 13 вебинаров, на которых познакомили значит, преподавателей, познакомили учителей и, значит, познакомили многих других значит, слушателей, в том числе студентов колледжей, преподавателей колледжев, студентов, школьников, с тем, что на самом деле вход в преподавание генетической инженерии в школе, он очень низкий. Не требуется сдавать какие-то экзамены, не требуется читать очень сложные учебники. Достаточно на самом деле вот познакомиться самостоятельно и значит, вот начать вести такой кружок, спецкурс или просто в рамках общего образования во ВГОС. Очень многое входит из этого. Если кто-то присутствовал, на, знает этот ресурс генной инженерии в школе, я вот слежу через телефон, значит, за вашими комментариями, вы, пожалуйста, напишите, может быть, какие-то комментарии, пробовали ли вы, значит, вот этот ресурс и пробовали ли вы им пользоваться. И еще один инструмент, который называется, значит, практической биоинформатикой, это вместе с разработчиками программного обеспечения UGIN, это такое самое современное программное обеспечение для биоинформатики, которым пользуются не только в России, но и за рубежом десятки тысяч пользователей. И у нас школьники тоже в этой программе прекрасно работают. И 8-9 классы, и 10-11 классы, и студенты, значит, вот к этому. Это такая программа Marketplace фактически, которая собирает в себе возможность использования... Несколькими разными модулями, несколькими многочисленными подпрограммами, и фактически это все объединяет в одну такую значит, программную, программную оболочку. Кружки инженерной биологии. Что можно в таком кружке и кому можно преподавать? Конечно, это все-таки восьмые классы и старше. Потому что с ну, шестыми, седьмыми классами давайте изучать муравьев, жуков, давайте изучать собственное тело, давайте, значит, просто развивать в них интерес к естественным наукам, но все-таки без основ химии, без, в общем, где-то там даже логарифмы иногда у нас появляются, без основ математики. Ну, такие задачи, к сожалению, решать невозможно, и понимать их тоже невозможно. Безусловно, если у вас супер талантливые, и мотивированные школьники, школьники, олимпиадники, младших классов, вы, конечно, тоже можете вовлекать их в эту деятельность. Пока ничего значит, из области инженерной биологии для 6 седьмых классов мы не придумали. Но никто не мешает таким школьникам читать учебник, про который сейчас я вот буквально на следующем слайде, наверное, расскажу. Сейчас это мотивация в первую очередь получать высшее образование. Но не обязательно высшее образование, можно и в техникум пойти. В техникум у сейчас активно развивается специальность геномной инженерии. У нас есть десяток, даже пару десятков уже колледжей, в которых такую специальность можно освоить. Это профориентация, какой вуз выбрать, медицинский вуз, классический вуз. Я не буду сейчас в общем, говорить грустную историю о том, что у нас медицинское образование в стране уже больше ста лет как не развивается, и что значит, врачи наши, к сожалению, значит, являются, смогут лечить людей не благодаря, а вопреки медицинскому образованию. Вот Я, конечно, никому не рекомендую поступать в медицинские вузы, потому что качественное медицинское образование в России фактически только лишь в нескольких вузах можно получить, потому что это все мединституты, в них могут готовить хорошо только фельдшеров. А классическое нормальное медицинское образование во всех зарубежных странах развитых, оно развивается в университетах, а эти университеты советская власть закрыла значит, примерно 100 лет назад. И вместо них открыла мединституты, в которых значит, врачей заставляют зазубривать и назначать препараты с недоказанной клинической эффективностью. Значит, курс практически биоинформатика, про который я сказал, подготовка к профилю геномного редактирование и многим другим различным активностям в области молекулярной биологии. Это практически занятия в лабораториях, про это тоже обязательно скажем, и различные участия в биохакатонах, в которых школьники могут попробовать свои силы, если у вас есть лаборатория, хотя можно хакатон, биохакатон провести и по биоинформатике, конечно же. Про генную инженерию в школе я рассказал. Это вот такой, значит, знак рестрикции. И здесь и там одинаковые буквы. Genyeng.ru работает сайт до сих пор. Есть канал в, в YouTube, называется «Генная инженерия в школе». Всех приглашаю послушать. 13 лекций совершенно бесплатно. Очень интересно от научных сотрудников, которые понимают, как преподавать генную инженерию в школе. И не только в школе, на самом деле, конечно же. И от теоретических основ и достижений генной инженерии до основ биоинформатики, соответственно, вот всех приглашаю послушать. Компетенция геномной инженерии, пока она только для вузов и для колледжей. В ближайшее время появится эта компетенция и для юниоров, и, соответственно, вот мотивация преподавать. Молекулярную биологию она может быть и для того, чтобы готовиться к соревнованиям и к сдаче демонстрационных экзаменов по такой компетенции. Это вот на фотографии наши студенты Новосибирского университета, которые принимали участие в профиле геномной инженерии, компетенция межвузовских соревнований геномной инженерии в 2020 году. Про конкурс «Большие вызовы» тоже много говорить не буду, его «Сириус» проводит, и туда можно подать проекты, которые вы создали в области инженерной биологии, это могут быть и агропромышленные биотехнологии, генетики, персонализированные, прогностические медицины, и природоподобные технологии. Ну куда-то же талантливых школьников нужно пристраивать на какие-то конкурсы. Вот конкурс «Большие вызовы» я всем, конечно, всегда рекомендую. Мы прошли, провели августовскую школу синтетической биологии в этом августе. В ней был большой разговор про соревнования Айгем, а наша новосибирская команда получила серебряную медаль. В этом году еще четыре команды из Москвы э, получили золотые медали. И еще у нас в России есть э, золотая, еще одна серебряная и бронзовая медаль. Вот, в общем, это движение синтетической биологии очень активно развивается в студенческом сообществе, и школьников мы можем привлекать, мотивировать, идти, вот изучать генетику, и все проще, потому что они могут в этом значит, принимать участие, и они мотивированы э, учить в общем, то, что выходит за рамки школьной программы, для того, чтобы потом принимать участие в различных вот таких мероприятиях. Мы провели там курс повышения квалификации преподавания генетики и молекулярной биологии в средней и высшей школе. У нас было 15 слушателей, которые, значит, уже имели какое-то образование, ну, бакалавриат, как правило, Вот и те, которые были мотивированы и заинтересованы а, значит, принимать участие в преподавательской деятельности. Понимаете, что повышение квалификации – это, в первую очередь, для педагогов. Вот, в общем, такой интересный как сказать, опыт у нас был в этом году. Итак, учебник для 8-9 классов, в которых мы написали в составе 17 научных сотрудников институтов Сибирского отделения Российской Академии Наук под редакцией профессора Павла Михайловича Бородина, заведующего лабораторией Института цитологии и генетики и доцента, кандидата биологических наук Елены Николаевны Ворониной, заведующего лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины, заведующего лабораторией в Новосибирском уни университете, кафедрой естественных наук специального специализированного учебно-научного центра НГУ. И, в общем, вот еще 15 молодых научных сотрудников, которые приняли участие в написании вот такого учебника «Практическая молекулярная генетика для начинающих 8-9 класс. Ну, я могу сказать, что вот я, значит, не начинающий, и уже мне 35 лет. Я с большим интересом этот учебник читаю. Я уверен, что он будет интересен и 8-9 классом, и 10-11 классом и учителям будет интересен, и, может быть, многим родителям будет интересен, которым интересно все-таки, а что же такое современная молекулярная биология, молекулярная генетика. Он будет интересен и студентам младших курсов, и поэтому я думаю, что такой, знаете, очень хороший подарок на Новый год учителю биологии, талантливым школьникам, которые принимают участие в Олимпиадах, вот, и сам вот я уже много учебников этих подарил, и буду продолжать дарить, в том числе на Новый год, как один из авторов. Вот в комментариях пишут про то, что, значит, завидуют молодым, какие интересные профессии они смогут получить. Я тоже очень завидую молодым, потому что в моем детстве и в моей школьной жизни и в студенчестве не было ни таких учебников, ни таких конкурсов, ни таких образовательных программ. И YouTube был, в общем, непонятно для чего сделан. Вот. А сегодня можно учиться, учиться и учиться, не выходя из вот, онлайн, это очень здорово. Итак, я хочу показать вот оглавление нашего замечательного учебника практически молекулярная генетика для начинающих». И вот посмотрите, значит, 10 модулей. Вот это биология, то, что называется, от законов Менделя и до редактирования генов. Они, как вы видите, немножко поменены местами даже в этом учебнике. До геномных технологий, разных омиксных технологий они вот на меньше чем 300 страницах изложены и с потрясающими картинками и иллюстрациями, которые рисовал тоже кандидат биологических наук Ольга Посух, научный сотрудник Института социологии и генетики. От того, а вообще как устроены гены, это то, что, в общем-то, есть в школьной программе, про их работу, это тоже где-то в школьной программе есть, про методы молекулярной генетики, если сегодня достаточно подробно про них буду говорить, вот этого в школьной программе практически нет, и в учебниках про это может быть там несколько абзацев только написано, а это очень интересно. Это как раз то, с чем работают все, значит, молекулярные биологи каждый божий день в лаборатории. Значит, вот включают чайник, поливают цветы, включают компьютер и начинают вот этими методами работать и всякие разные, значит, анализы, эксперименты делать от генов к признакам, про то, как хромосомы устроены, как все это реализуется. Законы Менделя, конечно же, какая генетика может быть без законов Менделя, но видите, они не в самом начале, мы должны к ним подойти э, с теоретических основ. Прогены в популяциях, между прочим, тоже очень важно сегодня, сегодня популяционная генетика фактически, мне кажется, второе такое э, расцвет наблюдает, потому что мы сейчас видим уже сначала сотни, теперь тысячи, теперь десятки тысяч уже геномов, и как это все устроено, нужно тоже понимать. Генетика количественных признаков, вообще говоря, мало в каком ВУЗе про это говорят. Исторические тайны про криминалистику, профилогенетические деревья, история человечества от неандертальцев до наших дней, а мы все это знаем благодаря тому, что можем изучить на уровне последовательности ДНК, в том числе ДНК неандертальцев и узнать, сколько же у нас неандертальских генов и как они нам помогают или нет. И вот те самые омные и омиксные технологии о том, как это все работает, скажем так, в полном во всем организме, как это работает в, в совокупности, значит, последовательности, которые мы имеем от, значит, многих организмов, и про то, а что же нам это может дать, про клонирование, про одомашнивание и, значит, как генетика спасает нашу жизнь. И посмотрите, в каждом модуле есть практические занятия практикум, который позволяет закрепить полученные знания на практике, который позволяет что-то сделать либо руками, либо там ножницами, бумагой, либо на компьютере в базах данных, либо где-то еще. И я сейчас хочу рассказать вот о тех задачах, которые школьники могут решать, исходя из тех знаний, которые они имеют. И, разумеется, вот ко всем этим параграфам много, многочисленным, да, здесь ну, там одна-две задачи. На этом, значит, скажем, ну вот место в учебнике закончилось, фантазия авторов закончилась. А у нас еще вот в нашем профиле геномное редактирование есть очень много задач. И, собственно, я с удовольствием могу поделиться ссылками на те сборники, которые у нас есть. Там есть и решения, там есть комментарии, там есть, значит, материалы, которые можно посмотреть в Ютубе или еще где-то совершенно бесплатно, и использовать их для работы для какой-то педагогической деятельности. В первую очередь, конечно же, это расчетные задачи. Мы с вами знаем, что в химии, в общем, школьников мучают все 4 года, и 8, и 9, и 10, и 11 классы. Ну, представляете себе, им значит, там показывают одно, показывают другое. А что же они потом умеют решить, какие задачи? Да никакие. Биологические задачи, которые, в общем, фактически являются абсолютно химическими, решаются с очень большим трудом. Почему? Потому что ну, вот нет какого-то понимания, откуда, где что взялось. А что в этой задаче? Ню, количество вещества, а где молекулярная масса и так далее, и так далее. Конечно же, это задачи на знание, понимание молекулярных процессов. Это, конечно же, центральная догма ДНК и РНК-белок. Это, конечно же, процесс репликации ДНК. И в какой-то степени, безусловно, это транскрипция, трансляция, реализация генетической информации. Дальше, конечно, это вот методы синтетической биологии, это генной инженерии, это геномное редактирование и другие методы, которые позволяют создавать, управлять свойствами биологических объектов и создавать новые объекты. Это, безусловно, методы молекулярной биологии, такие как полимеразная цепная реакция, такие как рестрикционный анализ. Звучит сложно, на практике это очень просто, и фактически это ну, там, смешивание в пробирках разных прозрачных жидкостей, но под этим находится достаточно серьезная теоретическая основа и необходимо понимание того, что происходит. Это обработка результатов экспериментов, в том числе обработка результатов секвенирования по Сенгеру, Примеры такие в учебнике у нас есть, и вот в сборниках задач, которые я рекомендую посмотреть. И, конечно же, это биоинформатика. Сегодня биоинформатика абсолютно доступна самому широкому кругу школьников и школьных учителей, разумеется. Требуется просто обычный ноутбук. Очень многое можно даже просто из браузера сделать. То есть даже не требуется какие-то программы устанавливать. И некоторые задачи можно просто ну там решить там при помощи калькулятора. Но для большинства вот задач достаточно установить программу UGIN абсолютно бесплатно. Есть интерфейс на русском языке и ее достаточно легко и интересно пользоваться. Я напомню, что мы сняли курс практической биоинформатики, который учит как такие задачи решать программу UGIN. Это, конечно, база данных NCBI, американская, которая позволяет проводить анализ самых разных биологических последовательностей ДНК. РНК и так далее, и так далее. И вот мы начали школьников в этом году знакомить с языком программирования Python или Python. Вот. Ну, я думаю, тоже, вот, в общем, со временем это станет нормой и использование таких навыков для решения биинформатических задач. Ну, вот как выглядит задача из учебника, да, это значит, Третий модуль – методы молекулярной генетики. Восьмая глава – размножение ДНК в пробирке, полимеразная цепная реакция – это значит, практическая задача о том, как значит, изучать э, плазмиды, как строить рестрикционные карты, как делать праймеры и так далее. И так далее. Вот это задача из учебника. А я сейчас разберу ну, достаточно подробно, расскажу про задачи, которые есть что у нас в Олимпиаде в сборниках, и которые можно и нужно научиться решать школьнику, который заинтересован вот в том, чтобы стать молекулярным биологом, молекулярным генетиком и так далее, и так далее, и так далее. Что если зайти в группу профили геномное редактирование. Там можно пройти значит справа внизу по ссылочке файлы и найти и скачать сборники задач прошлых лет, отборочные задачи, задачи теоретического тура, задачи значит, второго тура, уже практического тура, и задачи финальные, которые школьникам предстоят решать на финале, который в очном формате проходит в лабораториях Новосибирского государственного университета. Вот эта ссылка на ресурс «Практическая биоинформатика». Соответственно, вот короткая ссылка bit.ly, нижнее подчеркивание, «Еду». Это вместе с компанией «Юджин» мы сделали. Вот они, значит, анонсы. И если искать в Ютубе, просто можно написать «Практический биоинформатик». Он вас выведет ровно на этот же ресурс. И вы сможете там все эти видео совершенно бесплатно посмотреть и обучиться. Итак, начнем с расчетных задач. Если покажется, что эти задачи очень сложные, такое может с первого взгляда показаться, но я просто рекомендую, значит, вот сборники наши посмотреть и понять на самом деле, что мы спрашиваем абсолютно элементарные вещи, для, и для решения этих задач требуется одна или две формулы для того, чтобы понять, а как же все это работает. Значит, такие задачи молекулярные биологи решают в лаборатории каждый божий день, и сегодня, значит, мы понимаем, что школьнику ничего не мешает эти задачи решать. Почему? Потому что никаких специальных знаний для их решения не требуется. Да, вот эта задача про разведение десятикратного буфера, сколько нужно такого десятикратного буферного раствора добавить к такому-то объему реакционной смеси для достижения такой-то концентрации буферного раствора, нужно ввести ответ, получить значит, свои баллы. Более сложная задача, когда нужно значит, там, приготовить разведение какой-то определенной концентрации, здесь вот школьники разводят медицинский спирт до 70%, чтобы рано обрабатывать. Вот фактически просто нужно показать элементарные знания химии, или даже я бы сказал, может быть даже не химии, а знания о арифметике такой химической. Дальше задача, вот такая более сложная, в которой значит, происходит обработка какого-то фрагмента рестриктазами, лигирование, дальнейшее такое клонирование, настоящая генная инженерия, но чтобы такие задачи решать, нужно уметь, значит, посчитать, а сколько же чего нужно смешать, что же нужно куда добавить, потому что, ну, мы с вами понимаем, что невозможно, значит, такую задачу решить, не зная вот этих очень каких-то простых да, у нас тут выскочило, про заканчивается время. Да, да, значит, очень простых математических действий. Объяснение, как это решать тоже в этих в сборниках, во всех у нас есть. Расчет реакционной смеси ⁇ более сложная задача. Она уже значит, такая для 10-11 классов. Она уже похожа на задачу, которую студенты решают и которую молекулярные биологи решают. И здесь вот, значит, плазмиды значит, разрезанные. Здесь ПЦР продукты разной длины. Мы должны знать их малярное соотношение значит, в реакционной смеси. Мы должны посчитать а сколько же какой избыток чего недостаток разные концентрации и все прочее все прочее это более сложная задача которую значит финалисты должны уметь решать для того чтобы значит, с, вот, с такой практикой будущего, как значит, ген познакомиться. И вот такие, такие задачи школьники обучаются решать очень легко, и они понимают, в конечном счете, а для чего же требуются все эти теоретические знания, как же реально происходит настоящий эксперимент в проверке. И когда они попадают в лабораторию, они уже полностью готовы к тому, чтобы значит, такую задачу решать. Очень простые задачи на молекулярно-генетические процессы. Вот у нас есть последовательность ДНК, Значит, при репликации То есть мы знаем, что фермент ДНК-полимераза в эту сторону двигается по матрице, синтезирует значит, в направлении 5 штрих-3. Какие же последовательности могут быть синтезированы вот по этой последовательности? А тут же все очень просто: здесь 3 штрих, здесь 5 -штрих, да, здесь А, здесь Т. Нужно выбрать вот эту последовательность, а это та же самая последовательность, но просто написана в обратном порядке. Вот такие задачи школьники решают очень легко. Вот, более сложная задача с множественным ответом, а мы с вами понимаем, что, ну, в общем, чем больше вариантов ответа, тем сложнее перебрать их один за другим. Про репликацию ДНК, а какие же суждения о принципах репликации ДНК, об особенностях ДНК-полимеразы, процессе репликации ДНК, вот они верны, какие не верны. И, соответственно, эта вся информация, она тоже содержится в школьном учебнике. Она тоже содержится в огромном количестве книг, металлических пособий, значит, которые доступны абсолютно школьнику для самостоятельного изучения. Они, ссылки на многие из них, у нас есть значит, в группе ВКонтакте. Задача про полимеразную цепную реакцию. Ну, вот там три года назад не все слышали про полимеразную цепную реакцию. Благодаря коронавирусной инфекции все знают про полимеразную цепную реакцию. А как же она устроена, как она происходит? Я думаю, что знают единицы. Мы помогаем нашим школьникам познакомиться с тем, как это происходит. Что происходит? Я вот знал сам, знаете, про полимеразную цепную реакцию после, 10, после, 9 класса, когда купил учебник по молекулярной генетике, его читал, а понял, зачем нужна полимеразная цепная реакция на третьем курсе, когда уже университета, когда уже познакомился с тем, а зачем нужны вот эти короткие фрагменты ДНК, которые амплифицируются. Ну вот про коронавирусную инфекцию мы тогда не знаем. Вот. И сегодня значит, школьник может познакомиться и понять вообще, а как это работает, а зачем это работает, а что это за циклы. А если мы больше циклов, если меньше циклов, что это значит? Вот. Формула для вычисления очень простая. И никаких специальных знаний, кроме этой формулы и понимания того, что происходит в пробирке, не требуется. А это все абсолютно теоретические знания, которые можно легко, значит, из учебников из каких-то других источников получить. Другая вопрос, а что же должно быть в реакционной смеси, в которой происходит полимеразная цепная реакция? Здесь мы видим с вами значит, компоненты разные, различные. да, И вот в отрицательном контроле матрицу ДНК не добавляют. А во всех других значит, реакциях она должна быть добавлена, значит, не будет идти полимеразная цепная реакция. Про коронавирусную инфекцию – это в прошлого года задача. Да, а что же там происходит, когда мы хотим амплифицировать и идентифицировать, имеется или нет, значит, вот РНК, соответствующая, значит, новой коронавирусной инфекции. И вот такая, значит, не очень простая задача, достаточно, я бы сказал, даже сложная задача. Вот, она как раз основана, значит, создана была для того, чтобы понять, а когда у нас идет обратная транскрипция РНК вирусной. А здесь-то какие требуются условия? Нужно ДНК заобрабатывать, не нужно ДНК заобрабатывать? И многие другие нюансы, которые здесь, вот в, в этом задании отражены. Еще один, значит, возможность использования программы Юджин э – это проведение полимеразной цепной реакции, то, что называется инсилика. Это в, в теории. А что же, вот какие из, э -э значит, праймеров, что же получается при значит, работе вот с теми или другими инструментами молекулярно-биологическими и биоинформатическими в условиях значит, работы на компьютере. А вот такие значит, задачи. Опять же, ничего сложного в них нет. Больше 70% школьников такие задачи, после просто теоретической подготовки, просто прочтения текстов и просмотра видео может их решать. В сборниках задачи есть все эти ссылки. Соответственно, вы можете сами спокойно подготовиться и объяснить им, как задачи решать. И, конечно же, вот э, 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 Ген Янг всем рекомендует. Да? Хорошо, да. да. Дорогие друзья, нам тут нужно будет сделать небольшую паузу через определенное время, и мы с вами продолжим значит, через минуту нашу трансляцию. Я значит, рассказываю про методы молекулярно-биологического анализа, про работу в биоинформатике, про самые разные другие методы значит, того, как обучать вот этим вещам школьников и, соответственно, какие инструменты для этого можно использовать. И, значит, оставайтесь на связи, немножечко прервется наша трансляция, и мы обратно к ней вернемся и закончим значит, нашу с вами встречу. Не переключайтесь. Да. Дорогие слушатели, продолжаем значит, наш разговор о том, как учить школьников молекулярной биологии, молекулярной генетики. Здесь значит, видно вот, задача про рестрикционный анализ. Мы смотрим, насколько на сколько кусков разрезается плазмида, а потом определяем, значит, какая у нее была молекулярная масса у этого участка, какая была. Значит, сколько нанограммов и добавить в реакционную смесь и так далее, и так далее. Задачи, которые действительно каждый день решает э, ген-инженер, вот когда работает в своей лаборатории. Еще одна задача про то, как же выглядит, вот, то есть вот когда мы такой фрагмент получаем геле, нам нужно идентифицировать, а где здесь какой длины кусок, где он находится, вот таким, значит, э, в степике есть такой, значит, инструмент соотнесение одних значит, вариантов ответа с другими, сортировки. Вот тоже, значит, легко такие задачи, они обычно очень хорошо решаются там, где не нужно вычислять, а нужно просто отсортировать что-то. Это задача на то, как разрезать плазмиду различными рестриктазами, какие комбинации фрагментов получаются. Тоже нужно соотнести одни, один с другим. А, тоже задача, в общем говоря, достаточно простая. И, значит, зная, как это решается, все решается просто ну, очень я бы сказал, элементарно, очень быстро, просто в несколько действий. Но эти действия нужно понимать, как нужно сделать. И опять же, у нас там записаны обучающие видео про то, как это все работает. Очень интересно про генетическую инженерию тема белосиней селекции, когда получают значит, трансгенные бактерии, куда встроен был какой-то ген в плазмиду, нужно определить, была в стройка, не было в стройке. И вот по такому значит, изменению окраски, значит, по разрушению гена, который синтезирует фермент, синтезирующий синюю окраску, можно определить, что вот белые колонии значит, содержат плазмиду со встройкой, а синие колонии содержат плазмиду без стройки, нужно отбор проводить только значит, вот по этим, по белым колониям, по синим колониям, проводить не нужно отбор. Метод Сенгера очень интересный, определение последовательности ДНК по секвенограмме. Когда мы получили последовательность ДНК с прибора, нужно потом понять, а что же это за ген, из какого организма он был получен, воспользоваться сервисом BLAST значит на CBI и получить информацию, как все это работает. Вопросы про, собственно, метод Сенгера, а как на какие же материальные основы есть вот у того, как работают генетически современные анализаторы, что нужно в реакцию добавлять, как все это работает. Это тоже вопросы, конечно, безусловно, выходящие за рамки школьной программы, но они абсолютно достижимы и постижимы эти знания и школьникам 8-9 классов, и 10-11 классов, и педагогам, которым интересно понять, а зачем же все те знания, которые мы получаем в школьной программе, которые написаны в школьном учебнике, зачем же они нужны для в реальной жизни. И здесь учитель превращается в наставника. Зачем да, чем наставник отличается от учителя? Что наставник понимает, а как это работает в реальной жизни. Учитель рассказывает про то, что написано в учебнике. И, собственно, вот очень хотелось бы, чтобы учителя наши превращались из учителей, в том числе в наставников, и рассказывали а зачем же это нужно в жизни, как с этим работать? Потому что, к сожалению, ученые не могут дойти до каждой школы, до каждого класса и рассказать про это самостоятельно, да не все ученые могут это сделать, конечно же. Работа в базе данных NCBI, это американская база данных, биотехнологическая, которой мы можем совершенно бесплатно пользоваться, и в которой можно получить вот те самые значит, последовательности, найти эти идентификаторы, посмотреть, где там находятся стартовые кодоны, например, да, определить, какой из старт кадонов является, какой из кадонов АТГ значит, или АУГ в МРНК является стартовым, посмотреть, сколько значит, здесь экзонов и сколько, какая длина получается, какие получают белковые продукты. Это вся информация есть, она, правда, на английском языке, но там не надо знать ничего сложного, кроме на самом деле элементарного английского языка. Google Translate все прекрасно переводит. И можно, значит, вот и такие знания получать, понять, а вот мы изучаем какой-нибудь ген, там, у мухи или еще у кого-то. В учебнике написано не знаю, ген White, да, а как он выглядит, что он себе представляет? Вот, пожалуйста, можно это в базе на все найти очень легко. Про геномное редактирование, да, crispr все слышали, все знают, а как это работает, а что это за фермент, а что это за олигонуклеотид такой направляющий, а что это за протоспейсер, который должен находиться в последовательности, который будет генетически отредактирован и так далее, и так далее. Вот это все, это наши знания, которые теоретически можно получить и потом проверить, правильно мы понимаем или неправильно понимаем. Да, и вот здесь вот выбрать, что происходит в какой момент на, в момент работы системы геномного редактирования в клетке. Это вот для восьмых-девятых задача класса чуть-чуть попроще. Да? здесь нужно фермент найти, найти значит, направляющую РНК, найти протоспейсер и так далее, и описать, где что находится. Вот. И обязательно мы даем еще одно творческое задание. Я хочу сказать, что, конечно, вот школьники наши не умеют писать эссе, а сегодня, чтобы поступить в хороший вуз зарубежный, нужно эссе писать. Чтобы отобраться на какую-нибудь программу Сириуса, надо эссе написать. Чтобы в Олимпиаде нашей победить, тоже надо написать эссе. Эссе – это такое короткое сочинение. К сожалению, у нас дети сочинения уже не пишут практически в школе. ЕСЭ тоже не пишут. И вот мы пытаемся объяснить, а что же должно быть написано в ЕСЭ и как мы будем оценивать вот это, значит, этот текст. Да? В прошлом году студенты у нас писали эссе на тему роли системы репарации ДНК в геномном редактировании. А там собственно те повреждения, которые системы системы геномного редактирования вводят, они должны потом отрепарировать систему репарации ДНК и получается ну, тот продукт, который был запланирован молекулярными биологами вот, и, в общем, значение очень большое, да, и за что же мы, да, как повысить специфичность работы системы геномного редактирования, знаю особенности работы системы репарации ДНК, какие механизмы поддержания целостности ДНК важны в работе инструментов геномного редактирования, и за что оценка ставится, да, за правильную аргументацию, за обоснование ответа, за ссылки на литературные источники, да, и за то, чтобы, значит, участник не э, заимствовал большие фрагменты текста, а чтобы он писал самостоятельно, используя, конечно же, ссылки на литературные источники. Вот у 10-11 классов в прошлом году был вот такой вопрос, да, а какие проблемы и задачи сегодня стоят перед технологией геномного редактирования CRISPR-Cas? Вот, ну и те же самые требования, да, про, значит длину там и про все прочее. А 8 и классы вот такую значит, задачу решали, такое сописали. являются ли организмы полученные в результате геномного редактирования генетически модифицированными, да, и вот мы просили привести аргументы в пользу обеих точек зрения, и, собственно говоря, те же самые критерии применяли, что и значит, к студентам, и к школьникам и этих классов. Это вот такие форматы, как можно взаимодействовать со школьниками, и как можно их мотивировать изучать Молекулярную биологию по ресурсам, которые есть в сети, интернет, и по тем учебникам, которые сегодня доступны. Еще раз показываю: значит, учебник: ссылка на этот учебник есть в чате. Значит, его можно значит, приобрести. И сейчас вот там была «Черная пятница», вообще там по 450 рублей продавался этот учебник. Очень всем рекомендую именно вот на сайте просвещения покупать, потому что быстрая доставка, и, значит, он есть в наличии, в отличие от других, значит, интернет-магазинов. И вот вернемся к тому, что учебники же есть практическая часть. И там есть задачи, которые можно решать вот в лаборатории, как у нас финалист школьного трека, эти задачи решают. Да? А где же, как же их делать? Да? В теории, конечно, все интересно и красиво, но хотелось бы взять на практике. Здесь потребуется определенное оборудование. Оно не очень дорогое по меркам того, какое дорогое бывает биологическое оборудование. Секвенатор стоит больше миллиона долларов. и даже больше полутора миллионов долларов. А вот это оборудование, весь комплект, стоит порядка одного миллиона рублей. То есть его на самом деле многие школьные лаборатории могут постепенно купить. Можно пойти в ВУЗ, Который рядом с вами находится и в УЗИ биологическом значит, воспользуйтесь -по -по этим оборудованием. Таким оборудованием, значит, оно встречается в биоквантах. А кванториум у нас почти в каждом регионе есть. Они оборудуются лаборатории, которые создаются в региональных центрах по модели Сириуса. То есть, соответственно, ничего особенного не требуется для по цепной реакции требуется амплификатор, значит, для рестрикционного анализа там термостат требуется. Потом, чтобы посмотреть на результаты, требуются камеры для электрофореза, центрифуга лабораторная, автоматические дозаторы, хотя бы несколько комплектов, система визуализации, значит, трансиллюминатор, штативы, наконечники, пробирки, реактивы для электрофореза, реактивы для ПЦР. Но здесь всегда возникает проблема с тем, что вот учитель никогда сам этого не делал. И как учителю научиться Научиться так, чтобы потом со школьниками работать. И здесь все были созданы нашими коллегами, партнерами обучающие наборы реактивов и расходных материалов по полями цепной реакции, по построению рестрикционной карты, которые можно использовать вот и в различных биохакатонах, которые можно использовать для различной проектной деятельности. И там, как раз, значит, в дополнении к оборудованию, конечно, которое требуется купить, да, там есть все необходимое для того, чтобы такую задачу решать. Чтобы определить там резус фактора по значит ДНК полученной из букального эпителия определение пола, X Y хромосом и так далее и так далее и так далее. Это вот наборы, которые делает компания, живые системы, и которые продаются свободно и на которых работают уже больше ну, наверное, двух десятков различных кванториумов региональных центров, созданных по модели Сириуса, школьных лабораторий, вузовских лабораторий, с которыми работают со школьниками. Вот, если вдруг когда-то вы будете создавать свою такую лабораторию, обязательно обратитесь, потому что это действительно наряду с учебником вот по практической генетике абсолютно уникальный российский продукт, и в том числе там некоторая часть и оборудование даже российская нашей компании производит, и все, что связано с реактивами, это все и даже с пластиком сегодня это все делается прямо в России, то есть это абсолютно настоящий Уникальный русский продукт. Если есть какие-то вопросы, я прошу их задавать в чате в, в YouTube. И, значит, если вы потом смотрите нас в записи, задавайте вопросы. Обязательно мы на них ответим. Нам эти вопросы передадут, и мы сможем на них дать ответ. Вот. Большое спасибо за внимание. И молекулярная биология, королева наук конечно же, ничего другого сказать я не могу, кроме этого, ссылка на учебник в чате. И до новых встреч. У нас будет в декабре разбор задач. И вот несколько задач, которые сегодня мы с вами разбирали, я обязательно разберу. Поэтому, значит, анонсирую, что такое значит, мероприятие у нас будет тоже, значит, вот в рамках образовательной программы издательства просвещения.